Творческая биография Петра Федорова известна российским телезрителям по успешным работам в фильмах и сериалах. Актер красив, умен и очень талантлив. Он умело выстраивает свою артистическую карьеру. Харизматичный артист не стоит на месте, а постоянно пробует силы в новых кинопроектах, документалистике и музыке. Петра не пугают перемены, он готов к экспериментам и покорению новых творческих вершин. Несмотря на свои годы, актер сыграл достаточное количество ролей. Все его персонажи разноплановые и большинство не похожи друг на друга. Именно этого актера многие режиссеры хотели бы видеть в своих фильмах, но востребованность Петра дает ему право отказываться от неинтересных персонажей. Его интересуют мужественные и харизматичные роли, и вовсе не обязательно, чтобы они были главные. Федоров не только актер театра и кино, но и успешный режиссер, сценарист, каскадер. Это очень разносторонний и талантливый человек. Как уверяет сам артист, все его таланты – это наследство от его великих предков. Все режиссеры знают, что пригласив Федорова на съемки, не потребуется помощь каскадеров, ведь все трюки актер выполняет сам. С самого детства артист не знал, что именно с этой деятельностью свяжет свою жизнь. И это очень странно, ведь самые близкие родственники парня – вполне известные и знаменитые личности. Именно на актерской профессии настаивали все его родственники, а Петр понимал, что его планка будет сильно завышена и от него будет очень большой спрос, принимая во внимание его корни. Детство Федорова-младшего прошло на Алтае. Петр признается, что почти не общался с отцом, потому до определенного возраста в актерской профессии юноша не задумывался. Отец ушел из жизни еще молодым, ему не исполнилось и 40 лет. «Потом я узнал», – рассказывает Петр, – «что незадолго до смерти он на меня, старшеклассника, можно сказать, положил глаз. Ему показалось, что мне стоило бы пойти в театральный. На поминках ко мне подошла какая-то бабушка, как я потом узнал, это была актриса театра Вахтангова Галина Львовна Коновалова, спросила, чем я занимаюсь. Я ответил, что собираюсь поступать в Строгановку или Суриковское. Спросила, а почему ты не у нас? Я растерялся. Петр решил попробовать и отправился на прослушивание в Вахтанговское училище. Надо отметить, что свою программу он прочитал неважно, но ему повезло, что экзаменатором был Павел Любимцев, известный актер и заведующий кафедрой мастерства актера в Театральном институте имени Щукина. Он поддержал юношу, и тот был зачислен в Щуку. Будучи студентом, Петр Федоров сыграл свои первые роли в кино, сначала эпизодическую, призывника в комедии «ДМБ», а затем и главную – Леньку в криминальной драме «101 километр». Действие последней разворачивалось в 50-е годы, а героем Петра Федорова стал юноша, сын запрещенного писателя, который попадает в компанию уголовников. Уже в начале своего творческого пути Петр Федоров продемонстрировал, что способен создавать совершенно разноплановые образы. Так в криминальной комедии Олега Степченко «С матовой удочки» он с Дмитрием Бурханкиным сыграли парочку отвязных парней, Макса и Элла, которые находят чемодан с миллионом долларов и оказываются вовлеченными в очень неприятную ситуацию. Совершенно другой образ был создан актером в сериале «Туристы». Его герой Гера – робкий и нерешительный молодой человек, приехавший отдыхать в Турцию и попадающий под влияние веселого, активного прожигателя жизни Коляна. Популярность среди молодежной аудитории Петру Федорову принесло участие в сериале «Клуб», который начал выходить на экраны с 2006 года. В течение нескольких сезонов актер исполнял роль Данилы, молодого мажора, сына совладельца клуба. Данила красив, удачлив, обаятелен и любит быть в центре внимания. Не остались без внимания зрители его работы в фильмах. Взять «Тарантино» – мужской сезон. «Бархатная революция», «Темный инстинкт», «Неуправляемый занос». Большой удачей для молодого актера стало приглашение на пробы к фильму «Обитаемый остров» Федора Бондарчука. Сам Петр Федоров признается, что к тому времени одноименного романа братьев Стругацких он не читал и ничего из присланного ему отрывка сценария не понял. «Фантастика, масаракш какой-то», — вспоминает Петр. А приехал на пробы, оказалось, это не шутка. Действительно, сидит живой Бондарчук, действительно, пробы. Я вообще все делал наугад. Вечером позвонил Федор, сказал, что я человек команды и мы будем вместе работать. В «Обитаемом острове» Петру Федорову досталась роль космического воина по имени Гайгал. Остается только гадать, что сумел разглядеть в нем Бондарчук, ведь внешний актер никак не подходил для своего персонажа, невысокий, хрупкий. Впрочем, Бондарчук не ошибся.
Готовясь к съемкам, Петр стал интенсивно посещать спортзал, завязал с сигаретами и алкоголем и вскоре набрал 20 килограммов. Без химии, исключительно тренировками. Сам Петр говорит, что обитаемый остров сделал его мужчиной, ведь собственной воли, чтобы пойти в зал и заняться собой, ему бы не хватило. Во время съемок обитаемого острова Петр Федоров покинул театр имени Станиславского, в котором работал после окончания института. В то же время вместе с Павлом Бардиным они задумали и сняли одну из самых острых картин последнего десятилетия, фильм «Россия-88», повествующий о проблемах нацизма в России. Сам Петр Федоров в фильме сыграл роль главаря скинхедов по кличке Штык. Фильм вызвал неоднозначную реакцию. Ведь до этого об этой проблеме у нас предпочитали умалчивать, а тут вдруг главный герой – скинхед. Были даже обвинения в пропаганде фашизма, хотя лента как раз наоборот обличает российский нацизм. Сам Петр Федоров по этому поводу говорил: «Для нас патриотизм выражается в том, чтобы смело говорить о своих проблемах и болячках. Как у врача, примерно. Я считаю, что ребятам моего поколения надо быть взрослее, самостоятельнее, принципиальнее, пора начинать думать головой». Актер считает, что его герои из фильмов «Обитаемый остров» и «Россия-88» в чем-то похожи, они же оба – герои антитоталитарного кино. Опять же, оба парня не очень здоровы на голову, оба истовые и свято верят в свою идеологию. Вот только Гая на мозги действует государство с его башней-излучателем, а уж такая неблагополучная семья, сложные социальные условия, разобраться он в себе не может, отсюда и ненависть ко всем окружающим. У обоих героев есть сестры, и оба они в результате пересматривают свои взгляды на жизнь. В 2009 году снялся в фильме «Гоп-стоп» о гопниках, криминальная история на злобу дня с элементами абсурда, навеянная классическими народными эпосами, принял участие в съемках фильма «Фобос» – «Клуб страха», который снимали в Эстонии. По словам Петра, фильм помог ему найти родственников в Таллине. В 2009 году был приглашен на главную роль в фильме «Пирамида о вундеркинде Антоне». В основу сюжета была положена книга Сергея Мавроди. Фильм получил большой успех у зрительской аудитории. Новая волна славы накрыла москвича после выхода военной драмы «Сталинград». Федор Бондарчук пригласил молодого коллегу на роль капитана Громова. Это первый российский проект, который сняли по технологии IMAX 3D. Менее чем за 2 недели «Сталинград» заработал в прокате свыше 1 миллиона рублей, это был самый кассовый фильм в России в 2013 году. Он числился в номинантах «Оскара». Успешным и резонансным стал проект, вышедший на большие экраны в 2013-м. Это фильм Рената Давлетьярова «Чистое искусство», в котором артисту достался ключевой образ художника Андрея Стольского. «Привычка расставаться» – еще один интересный фильм с участием Федорова. Эта картина появилась в российском прокате в 2013 году. В ней повествуется о психологии взаимоотношений между мужчиной и женщиной, о том, какими разными могут оказаться точки зрения на одну и ту же ситуацию представителей противоположного пола. В 2014 году Петр Федоров снимается в неоднозначном фильме «Саранча». Отойдя от своего классического амплуа, военного и дюжего мужчины, артист играет роль провинциального парня, страдающего от сексуального влечения к девушке из столицы. Критики расходятся во мнениях о данной картине. Кто-то считает, что роль удалась, и Петр благодаря своей примечательной внешности смог раскрыться максимально. Иные утверждают, что после 2 работ с Бондарчуком эта кинолента смотрелась слишком заурядно и неинтересно. Вскоре артисту Петру Федорову предстояло сотрудничество с Елизаветой Боярской, заслуженной артисткой Российской Федерации и просто очень красивой дамой. В фильме «Беглецы» двум актерам предстояло совместное путешествие через суровую тайгу, таящую в себе множество сюрпризов. Вскоре настало время русской классики, а именно речь идет о произведении Бориса Васильева «А зори здесь тихие». Петр сыграл, конечно же, главную роль и сделал этот крайне талантливо. Сами съемки проходили в лесах Карелии, что придавало правдоподобности кадрам и максимально приближало киноленту к условиям войны, описанным в гениальном произведении. Публика высоко оценила игру актера в данной картине. В мае-июне 2015 года Петя принял участие в съемках фильма Рустама Ильясова «Вакантная жизнь шеф-повара». Он сыграл журналиста Андрея Телегина, одного из главных героев фильма.
герой Пети подписывает краткосрочный договор с фирмой, предоставляющей своим клиентам возможность пожить чужой жизнью. Он решит влезть в шкуру одного шеф-повара, однако в скором времени он узнает, что и его жизнь, согласно контракту, сдается в аренду. В 2016 году талантливый актер Петр Федоров попробовал себя в роли отставного офицера Яковлева в приключенческом фильме «Дуэлянт», автором которого является Алексей Мизгирев. Фильм попал на экраны кинотеатров и приобрел своих фанатов. По сюжету актеру предстояло вжиться в роль российского дуэлянта второй половины XIX века, стрелявшегося на деньги и ставшего участником поразительных событий. Фильм передает атмосферу России 1860-х годов. В 2017 году на экраны вышел сериал под названием «Вы все меня бесите». Сюжет крутится вокруг журналистки и ресторанного обозревателя Сони Багрянцевой, которая еще по совместительству является мизантропом и не выносит человеческого общества и шумных мероприятий. Однако героине посчастливилось побывать на открытии одного известного ресторана и познакомиться с интересным молодым человеком, чью роль, конечно же, играет Петр Федоров. Пара сблизилась, а их отношения быстро переросли в любовные. Фильм «Катастрофа. Ледокол» получил немало восторженных зрительских отзывов. На этот раз его герой оказался в составе экипажа корабля, который оказался в плену у льдов Антарктики. Главной премьерой 2020-го стал сериал «Перевал Дятлова», снятый по мотивам событий гибели тургруппы Игоря Дятлова. Петр Федоров и Мария Луговая сыграли роли следователей, которые разбираются в произошедшем. В 2021 году Петра Федорова можно увидеть в фильме «Летчик» в роли Николая Комлева, который успешно выполняет приказ и уничтожает немецкую танковую колонну, движущуюся к Москве. Но самолет Комлева подбит вражескими истребителями, и летчик чудом сажает свой Ил-2 на глухую лесную поляну. Кажется, самое страшное позади, он выжил в воздушном бою. Однако испытания только начинаются. Раненому предстоит проделать немыслимый путь, превозмогая мороз, боль и голод, спасаясь от волков и спецотряда нацистов, чья задача – найти его во что бы то ни стало. Летчика ведут воля к жизни, мужество и, конечно, любовь. Дома его ждет Ольга. Именно ее образ согревает его в стужу и помогает двигаться вперед к спасению. У него лишь один шанс выжить, чтобы вернуться к любимой, снова подняться в небо и победить. Актер, похоже, не спешит обзаводиться семьей. Но это не значит, что личная жизнь у Петра Федорова отсутствует. Одно время он встречался с моделью Анастасией Ивановой. Познакомились молодые люди в 2003 году. Первое время родители девушки с неодобрением относились к выбору дочери. Петр на тот момент был неизвестным выпускником театрального вуза. Но со временем отношения внутри семьи потеплели. Девушку называли гражданской женой Федорова. Пара часто появлялась на светских мероприятиях, в общественных местах. Но к 2017 году длительный роман завершился расставанием. В союзе так и не появились совместные дети. В 2018 году заговорили о новом романе «Звезды экрана». Его избранницей стала модель Анна Соколова, на 10 лет младше исполнителя, она участвовала в четвертом сезоне проекта «Топ-модель по-русски». Фото девушки стали мелькать в персональном аккаунте Петра в Инстаграме. Не забывайте подписываться на канал «Аллея звезд», чтобы быть в курсе самых интересных событий из жизни артистов.